Здравствуй. Особых трав ищешь, чтобы строптивую деву убедить, что можно? Микстур, чтобы себя убедить, что можно еще раз? А другие травы и микстуры найдутся? На пророст волос или наоборот? Усмиряющие боль и от изжоги? Скажи, чего тебе надобно? Ты знаешь какие-нибудь сложные рецепты, которым ты мог бы меня научить? Всему, что я знаю, я научился от мастера Гремиста со Скеллиги. Хочешь учиться ремеслу травника? Хочу научиться чему-нибудь новому. Да называй, как знаешь. Отправляйся за Великое море, отыщи остров Арт-Скеллиг. Там, в священной роще, пресветлый мастер Гремист рассудит, годишься ли ты ему в ученики? Позволь, я взгляну. Как насчет партии в Гвинт? Привет. Как насчет партии в Гвинт? Я насчет заказа. Наконец-то кто-то соизволил объявиться. Только и слышу, что кругом нужда.
А как даю работу, охочих нет. Люди просто ленивы, вот что. Давай к делу, если можно. Разумеется. Простите мою болтовню. Это все нервы. Столько времени прошло, и никаких вестей. Я послал своего подмастерья Фолкерта в трупную чащу. Это лес неподалеку от имения Мартина Листа. У меня закончилось волокно конопли, а там этого растет до черта. И он не вернулся. Нет. Прошу вас, найдите его и приведите назад, живым и здоровым. Не могу ничего обещать, но я поищу его. У парня есть какие-то особые приметы? Не знаю. Даже не знаю. Он не зушек, как и я, светловолосый. Этого хватит? Должно хватить. Всего доброго. Должна быть повозка Фолкерта. Вся в крови. Кровь. Ей уже несколько дней запеклась. След обрывается. Надо бы осмотреться, поспрашивать. Дорожку могу спросить. Я, глянь-ка, у нас гость. Что ж вы тут забыли, Милздей? Заблудились, али как? Нет, я кое-кого ищу. Ну, поможем, чем сможем. Что это за место? Деревня. Не видите, что ли? Я вижу брошенные хаты. Только мы тут и остались. Молодые все в город подались. А старики померли. Правду я говорю, я. Ага, правду.
Я ищу Фолкерта. Низушек со светлыми волосами. Не встречали такого? А, был тут такой, был. Травки искал какие-то. Он был ранен? Я видел следы крови. И они ведут сюда. Да вы словно своими глазами видели. Волки на него напали, и он прибежал сюда схорониться. Я ему говорила: вернитесь вы в город, барин. Хватит уже с вас. А он уперся, что должен сперва цветочков своих нарвать. Снова в лес пошел, да уже не вернулся. А ночью такой вой был слышен, аж мурашки по спине. А где тело? Должны же были от него хоть башмаки остаться. Мы не искали, мы люди старые. Где уж нам почаще плутать? Счастливо оставаться. Знаю, что стало с Фолкертом. Ну ты говори же, я ж тут с ума схожу. Свидетели говорят, что на него напали волки. Он был ранен, но вернулся в лес, чтобы собирать травы. И видно, второй раз ему не повезло. Эх, золотой был паренек. Совестливый, порядочный. Жаль его. Ну, что ж поделать. Вот ваше золото. Достатка вам. Что, седой, приключения еще?
Это ты, брат, королева. Эй, ты! Ты кто еще такой? И чё здесь шастаешь? Я ищу Ольгерда фон Эверека. А, он внутри. Мне нужен Ольгерд фон Эверек. Нету здесь такого. Кто же вы такие будете? А на кого мы похожи? На банду громил. Или на шайку бывшей солдатни из тех, кому повезло. А вот тут-то ты ошибся. Мы все дворянские сыновья. И дочери. Так вы все-таки скажете, кто вы такие? Мы – вольная риданская компания. А еще нас называют кабаны, потому что на гербе кабан. Мне сказали, что тут я найду Ольгерда фон Эверека. Кто-то здорово тебя обманул, брат. Тогда, думаю, вместо него ты мне поможешь, брат. Сдается мне, что у нас с тобой матери были разные. Ладно, Энгус, оставь его. Это я, Ольгерд. Говори, что тебя привело. Нет, нет, это я, Ольгерд. Ты? Да куда тебе? Это я, Ольгерд. Так вы все и есть Ольгерд, да? А то как же! Един в трех телах. Можно спать, жрать, да девку мять, и все разом. Так а у кого из вас яйца, у кого мозги? Не смеешься? Выходит, мозги не у тебя. Нет, у меня все больше кулаки. Ну, сколько мне еще ждать? Ну, желаю, не дай себе нам не насрать. Иди, иди сюда. Ну уже, Влад, не дай себе в тапки насрать. Нехорошо. Давай, влади его! А ты ничего. Сгодился бы для нашей веселой компании. Пойдем, отведу тебя к Ольгерду. Как тебя звать? Геральт из Ривии. Дам я тебе совет, Геральт из Ривии. Как придешь к Ольгерду, постарайся его заинтересовать. Заинтересовать? Это же ему нужен кто-то, кто убьет чудовище. Кто-то? Это не обязательно ты. Так что, если хочешь получить работу, смотри, чтобы Ольгерд не заскучал. А то он очень нетерпеливый.
атаман, тебе гости. А знаешь, какие скульптуры продаются лучше всего? Статуи башков, бюсты королей и голые бабы. И что у нас тут? Голая баба. Что ты про нее скажешь? А мне нравится. Особенно эти две овальные формы. Шутник. Это хорошо. Не люблю людей без чувства юмора. Мне с ними страшно скучно. Любил я некогда Боттичелли. Он как никто умел вдохнуть жизнь в кусок холодного камня. А смотришь на это и видишь только кусок скалы с идеальными пропорциями. Без недостатков, совершенной до боли. Скучный и мертвый, как булыжник на обочине. Так-то лучше. По крайней мере, интересней. Ладно, теперь обсудим детали. Спустимся к моей компании. Перекусим чем-нибудь. Атаману Ольгерду слава! Ну, слава атаману! Виват! Виват! Да здравствует атаман! Давай, выпей с нами! Ну вот, теперь у нас уже и нет выбора. Принеси нам вина, милая, и что-нибудь поесть. Есть какой-то повод или просто душа просит праздника? Повод всегда найдется. Сегодня у нас обряд наречения. Чей? Новой сабельки сударя Богатыровича. У меня уже есть для нее имя. Мы ее назовем Традиция. Расскажи мне побольше об этой бестии из каналов. Я не знаю, что это такое, но оно убивает людей. Я бы не стал о нем волноваться, если бы его жертвой не стала моя кухарка. Никто лучше нее не готовил дичь. И за этой дичью ты послал ее в каналы? Нет, она на ярмарке была с сестрой, то ли с родной, то ли с двоюродной. Та ей и наплела, что в каналах Оксенфурта живет принц, превращенный в жабу. Ну а бабы и есть бабы. Каждая хочет принца, хоть бы за ним пришлось брести по колено в говне. И Веска тоже хотела. Вот и пошла, да так и сгинула. Впрочем, говорят, она не первая. Эй, оставьте ее. Так-то вы обращаетесь с дочерью хозяина. Прости, так о чем мы... Ах, да, насчет заказа. Ну так как, займешься этим? Я избавлюсь от чудовища. Принесешь сюда его башку, и награда себя ждать не заставит. Это что? Как ты, братишка? Гера. Эй, ты, кошачьи глазки. Мое имя Геральт. А я тебя буду звать Кошачьи Глазки. Ты что, запретишь мне, а? Давай лучше к делу. Есть для тебя задание, Кошачьи Глазки. Кто-то убил моего друга. Его звали Клюйверт. Я хочу, чтобы ты узнал, кто за этим стоит.
и снес ему башку. Почему ты сама не отомстишь? Вы же любите, кажется, помахать саблей. Еще как. Если бы я знала, кто убил Клюверта, давно бы ему требуху выпустила. Но я не знаю. А вот ты, кошачьи глазки, ты многое видишь. Ты его выследишь. Продолжай. Клюверт торговал Фисштахом. Пару дней тому назад он поехал в заброшенную деревню Луковец. За товаром. И не вернулся. Ты была там? Видела его труп? Нет. Но Клюверт из тех парней, что держит слово. Раз он не пришел на встречу со мной, значит, он мертв. Найди урода, который это сделал, и убей. Я хорошо заплачу. Ну что ж, я подумаю. У Клюверта был шрам на лбу, похожий на твой. По нему ты опознаешь тело. Сказал, подумаю. Знаешь что, кошачьи глазки? Я раз посмотрю на мужика и сразу знаю, из какого он теста. Готова поспорить, что ты выполнишь мою просьбу. Найдешь меня в Оксенфурте, в Алхимии, в корчме рядом с рынком. Ах, ты ебись, оно все. Бьют, курят, едят, веселятся. Это что ж тут такое готовили? Знакомый запах. Кажется, это Фисштах. Оборудование вывезли, осталось только негодное.
Ну да, наркотики убивают. Открытое окно, след сапога на кровати. Кто-то торопился. Следы ног неровные, кто-то бежал туда. Здесь он задержался, спрятался, потом побежал дальше. Шрам на лбу. Похоже, это клюет. Болт в спине. Вошел глубоко, значит, стреляли с близкого расстояния со стороны деревни. Болт от арбалета и глубокие следы ног. Стрелок, похоже, был в тяжелых доспехах. В сторону пригорка, а там явно кто-то есть.
А, у Ордена Пылающей Розы новая резиденция? Небогато. Слушай, ты, приблуда, не знаю, что ты тут делаешь, но вот тебе совет. Иди, откуда пришел. Ну, чё ты тут торчишь? Морду тебе отполировать? Не нравится мне твой тон, братец. Да, а ведь я был вежлив. Ну, раз вежливость тебе не по нраву, тогда попробуем иначе. Есть что сказать на последнем? Сердце, горе-горе. Что? А ты что за дьявол? Я ведьмак, или как чаще называют меня твои собратья, выродок или мутант. Тебя здесь быть не должно. А рыцари Ордена Пылающей Розы не должны убивать людей и заниматься наркотиками. Верно, мы не должны. Мы должны защищать угнетенных. Нести веру и вечный огонь. Но Родовид обманул нас. Он нарушил слово, послал братьев на фронт, как простых солдат. А когда орден истек кровью, просто распустил его. Он занял наши земли и забрал ценности, чтобы вести свою войну. Тех братьев, кто не протестовал, сделал охотниками за колдуньями. А тех, кто осмелился перечить, изгнал или бросил в темницу. Нас осталась горстка, и мы должны были искать себе новое место в этом мире. Мне на эти ваши жалобы и на вас насрать. Да так, что потребуются шахтеры из Махакама, чтобы потом до вас докопаться. Вы преследовали других. Теперь преследуют вас. Вам выпало именно то, что вы заслужили. Ведьмак-моралист. Забавно. Мне кажется, что я тебя уже где-то видел. Я узнал тебя. Ты Геральт из Ривии. Ты убил Якова из Альдерсберга. Так и есть. И сделал бы это снова, если бы понадобилось. С этого началась наша гибель.
с тебя, проклятый мутант! Бери свой меч! Не кричи. Достаточно вежливой просьбы. Ну давай! Зараза! Давай,
А ты куда собрался, братец? А тебе что за дело? Ты находишься в зоне военных действий, а мы тут военный налог собираем. А мне кажется, что вы на водку собираете. Интересно, будешь ты такой же дерзкий, когда мы тебя обвиним в шпионаже? Плати и не болтай. Я не дам вам ни гроша. Я же говорил, он шпион. Мы тебя арестуем именем доброго короля Родовида. Ну, попробуйте. Что здесь происходит? Докладываю, мы задержали подозрительную личность, шпиона. Из ведьмака такой же шпион, как из тебя, благородная девица.
Еще раз поймаю вас за тем, что вы вымогаете деньги, всех отправлю на Восточный фронт. А ты, ведьмак, не крутись здесь. Спасибо, прощайте. Не шали! Сволочь! Друг отомщен. Я так и знала, что ты это сделаешь, кошачьи глазки. Ну, рассказывай, кто за всем этим стоял. Это были братья Ордена, пылающие розы. И что ты с ними сделал? Жег их раскаленным железом? Выколол им глаза? Спустил с них кожу? Нет, я просто их убил. Такой красавчик и такой скучный. Вот тебе, кошачьи глазки, твое золото. Купи себе на него пару унций куражу. Ведьма. Хороший ты парень, кошачьи глазки. Здрасте. Стойте! Погодите! Не вы ли Геральт из Ривии? Смотря кто спрашивает. Третий отдел казначейства, филиал в Дориане. Перед вами его представитель, инспектор Хачибор Пятка. Мое почтение. Ну и в чем дело? В ваших незадекларированных доходах. Простите? До нас дошли слухи, что за несколько последних месяцев вы значительно обогатились. Что возбудило наше подозрение? У вас более важных дел не нашлось? В данный момент нет. Поэтому прошу не выкручиваться, а отвечать на мои вопросы. Профессия. Ведьмак, убийца, чудовищ. Так-так. Индивидуальный предприниматель, услуги по дезинсекции, дератизации, демонстризации. Далее. Вели ли вы когда-либо оптовую продажу необработанных коровьих шкур в окрестностях Белого сада? Это какая-то шутка? Ну, конечно же, нет. Хорошо. Далее. Приобретали ли вы в текущем налоговом году раковины с целью продажи находившихся в них жемчужин? Даже если и так, что в этом плохого? Статья 86 Гражданского кодекса гласит: лицо, умышленно приобретающее товар ниже рыночной стоимости, пользуясь при этом незнанием продавца, подлежит денежному штрафу в размере 200% от полученного дохода. А теперь попрошу ответить, торговали вы этими жемчужинами или же нет? Нет, я никогда ничего такого не делал. Слово ведьмака. А теперь последний вопрос. Вы когда-либо присваивали себе чужое имущество? А что это значит?
Это значит, проникали ли вы когда-нибудь в чужой дом и забирали ли оттуда что-то без разрешения? Да что вы, кодекс ведьмака запрещает. Я рад, что вы так уважаете правила вашего цеха. А теперь прошу минутку подождать. Ответы из графы Б сравниваем с таблицей 7, учтем коэффициент бездетности, льготу в 7,3% в связи с профессиональным риском. Все совпадает с точностью до кроны. В самом деле, вы исключительно честны. Не могу не согласиться. В наше время честность – большая редкость. За нее обязательно нужно вознаграждать. Прошу вас. И что это? Это почетный диплом законопослушного налогоплательщика. Я бы повесил его в красивой рамке на самом видном месте. Мои поздравления. А что для вас вообще? У меня тут все. Отчетов? Бумаги, пожалуйста, и бутылочку туши. Бумаги-то как раз нет. Армия реквизировала на военные цели. Бумагу? На военные цели? Да понимаете, все эти указы, приказы, советы там... И куда ты прешься? Что, тебе жить уже надоело? Да, в каналах чудище страшное сила. Лучше от него подальше держаться. Говорят... Следы сапог. Большие, похоже, мужские. Мужику-то заколдованный принц на что сдался. Чудище.
смей, слышишь? Даже не думай. Пожалуйста, не делай этого. Шани? Геральт? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь спасти ему жизнь. Помоги мне! Шани, успокойся, он умер. Наверняка еще что-то можно сделать. Оставь его. Черт бы побрал! Все зря. Ты сделала все, что могла. Спасибо, Геральт. Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Потерял тебя из виду, когда уехал из Узимы. Ну, как дела? Долго рассказывать. В общем, я по-прежнему лечу людей. Открыла лечебницу здесь, в Оксенфурте. Но поскольку я гражданка Редании, то еще работаю на армию. Не страшно. Я люблю долгие истории. С удовольствием. Когда мы отсюда выберемся. Так тебя сюда реданская армия направила? Или ты просто спустилась в каналы воздухом подышать? Я получила задание этим утром. Со мной был отряд солдат. Что-то напало на нас. Кто на вас напал? Ты разглядела? Нет. Как только оно появилось, я побежала. Помню только, что оно было большое, плевалось ядом и как бы чавкало. Ха. То есть это явно не трупоед и не стая утопцев? Нет. Оно было огромное. Кто-то швырнул в него факелом, но чудовище даже не заметило. Значит, не боится огня. Полезные сведения. Этот солдат, он был твоим знакомым? Его звали Нолс. Он пошел бы в увольнение через неделю. Теперь уже не пойдет ни он, ни остальные. А сколько их было? Целое отделение. 6 храбрых парней. 7 мертвы. Зачем они послали тебя сюда? Если это, конечно, не секрет. Мне нужны образцы яда твари, что шастает по каналам. Оно не только убивает людей, которые сюда забредают, но и отравляет воду в колодцах. От этого страдают и местные жители, и солдаты. Хочешь, я попробую убить эту гадину и принести тебе образцы? Очень мило с твоей стороны, Геральт. Только я пойду с тобой. Чудовище опасно. Ты видела, что оно натворило? Я уже большая. Я справлюсь. И не нужно спорить. Ты же знаешь, я все равно сделаю по-своему. Ну ладно, будь по-твоему. Покажи мне, где оно на вас напало. Вон там. Решетка сильно погнута, как от удара огромной силы. Я захлопнула ее, когда убегала. Наверное, чудище в нее шарахнуло. Хорошо, что она выдержала. А теперь нам надо найти обходной путь. Ты хочешь поискать снаружи? Я скорее надеюсь, что этот удар повредил одно чудище, все еще может быть где-то здесь. Солдаты из твоей охраны? Да, они. Верн, Миклас. Бедные ребята. Чудище с ними не цацкалось. Они спасли мне жизнь. Ты их знала? С этим я познакомилась сегодня утром. А с Верном мы служили еще под Дорианом. Миклас завербовался только в июле. Мне очень жаль. Когда ты убьешь чудовище, надо будет прислать сюда кого-нибудь, чтобы забрать их и похоронить. Так что же тут случилось? Мы пришли сюда, и Миклас стал осматривать следы, когда на нас напали утопцы. Ребята быстро с ними управились, но Франц получил по ноге.
Мы отстали от остальных, и я занялась перевязкой. Нол стоял на страже. Вдруг появилось чудище. Нолс оттолкнул меня в сторону выхода, а сам бросился в бой. Я оглянулась и увидела, что он лежит на земле весь в чем-то клейком. Тогда я вернулась и оттащила его туда, где ты нас нашел. А чудовище? Миклас и Верн отвлекли его на себя. И дорого за это заплатили. Но ты все-таки видела, кто на вас напал? Все случилось так быстро, я не успела рассмотреть. Я видела его только сзади. Оно было большое и склизкое. Надо здесь осмотреться. Тот, кого ты перевязывала, здесь? Франц? Я его тут не вижу. Думаешь, чудовище его утащило? Может быть. Наверное, оно приползло оттуда или убежало туда. Глубоко тут. Нижний уровень каналов закрыт, но у Верна, командира отряда, был универсальный ключ. Ладно, я его поищу. Раны резанные явно от клинка. Это работа не чудища. Я нашел ключ. Это здорово. Пойдем. Ходит легенда, будто это чудовище. На самом деле принц, превращенный в жабу. Я слышала. Много женщин на это купилось. Придушило бы того, кто распускает такие сплетни. Значит, ты в это не веришь? Я изучала медицину, а не литературу. И в сказки не верю уже давно. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца и не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Шами, держи! В сторону! Найти здесь королевича. Ну что, берегите, что? Мерзкие твари. Ты в порядке? Да. Смотри, там Франц. Скорее то, что от него осталось. Что за тварь могла такое сделать? Здесь порядочно удобно. Это что-нибудь значит? Чудовище явно на них не нападает. Может быть, то, что здесь рыщет, живет с ними в каком-нибудь симбиозе? Интересно. Что? Франц был ранен в ногу, так? Угу. Немного выше колена. Ты чем-то обработала его рану? Только продезинфицировала спиртом. А в чем дело? Смотри, похоже, чудовище откусило Францу эту ногу. Остальные тела остались целы. Не считая ран, полученных в бою. Ты хочешь сказать, чудовищу нравится алкоголь? Ага, смешанный с кровью.
Тут мы уже ничего не высмотрим. Надо найти логово. Я с тобой. Шани, берегись! Тело женщины все покрыто слизью. Выглядит так, будто чудовище оставило ее на... Странно. Я думала, что чудовище их не трогает. Разлагающиеся тела, слизь повсюду, это вонь. Должно быть, мы в логове. Свежая. Бестия была здесь совсем недавно. Возьму образец. Здесь сходятся все трубы и коридоры. Что теперь? Нужно заманить тварь сюда. Как? Если ты не знаешь, что это за чудовище. Но я знаю, что оно любит спирт, смешанный с кровью. А у меня как раз есть немного спиртного. Ты же не собираешься пораниться, чтобы... Успокойся. Здесь полно тел, использую одно из них. Тебе хватит того образца? Надеюсь. Но еще хочу взять образец свежего яда, когда ты убьешь чудовище. Для противоядия? Зачем оно, если чудище будет мертво? У меня есть пациенты с отравлением. Им лекарство точно пригодится. А прочие образцы я исследую. Кто знает, какие у них свойства. За работу. В бою я тебе не помогу, а вот после могу пригодиться. Поищу какое-нибудь укрытие. Лучше дождись меня наверху или возвращайся к себе. Но... Никаких «но». Если хочешь, можешь подождать в коридоре, но как только появится чудовище, беги на поверхность. Ладно. Шани, посмотри на меня. Обещай, что убежишь. Обещаю. Хорошо. А теперь прячься. Береги себя, Геральт.
Гадараш Айлвуд. Наконец-то ты очнулся. Еще и говоришь по-человечески. Я уж думал, что всю дорогу так и буду разговаривать с собственным отражением в мираже. Что за... Где это я? На Альбатросе? Или скорее на Фагбархи или на чудном языке? Плывем в Афир. Не припомню, что вы записывался в матросы. Да нет, брат, это они тебя сами сюда принесли. Говорят, убил их принца. Чтоб тебя, ничего не помню. Каналы, огромная жаба, потом чьи-то сапоги. Если этой жабой правда был принц, повезло, что я еще жив. Это как посмотреть. Я немного знаю афирский и слышал, как они говорили, будто их король послал сюда, чтобы найти и расколдовать принца. Они поклялись ему своей честью и честью своих семей на 5 поколений, что привезут его живым и здоровым. А я его убил. Прекрасно. И теперь они сочли делом чести доставить убийцу принца пред светлые очи короля. Ну а ты кто такой? Филиппе Калагранде. Мелкий вор, профессиональный шулер, а в свободное время экскурсовод по Аксенфорту. Вашим услугам. А ты-то почему тут? Тоже убил какого-то принца? По их мнению, я к этому причастен. Они наняли меня проводником, а я привел их в каналы, когда ты уже распорол брюхо этому их королевичу. Ну, прости. Да ты ни при чем. Я ведь мог бы сидеть ровно в алхимии и играть себе в гвинт, вместо того, чтобы похваляться, что знаю Аксенфурт как свои 5 пальцев. Давно мы отошли от берега? Хрен его знает. Нет, наверное, не так давно. Хотя, может быть... Да какая разница? Большая. Если меня должны казнить, то я особо не тороплюсь. А я, в общем, даже рад, что плыву в Афир. Говорят, у них там белые кони в черную полоску. Всегда хотел посмотреть. Может быть, это черные кони в белую полоску? Нет, черные в белую полоску в Занзибаре. Это я точно знаю. Ты пробовал отсюда выбраться? А то. Употребил все свое обаяние, да только зря. Видно, плохо я знаю афирский. Я вообще не знаю. Мы будем плыть, наверное, с месяц. Могу тебя поучить. Элькаль Орьялле! Что он говорит? Велел нам заткнуться. Произошло недоразумение. Я могу поговорить с капитаном? Эляль Сохан! Калаветкар Уальбатагель! Молчи, собака, ты убил принца и ответишь за это. Гилиам Валад! Куарзарегене! Ты был бы уже мертв. Левагернерам Эахар! Право мести принадлежит не нам, а королю. Мы поклялись честью. Как сказать, отведите меня к капитану? Вальт Алехе Уль и Улла. Как? Элькаэ! Вальт... Вальт Алеге Ур Регеллет. Элькаэ! Элькаэ Урвихиль Ургеренг Айвитер! Элькаэ Уллаат! Что случилось? Что он сказал? Чтобы ты тихо сидел. И что через 2 недели будешь висеть. А потом добавил. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Почему? Что я сказал? Ты выдал что-то вроде. Хочу танцевать его нос. Ерунда. Прекрасно. Успокойся. Что с ними болтать? Знай себе, курлыча злобно. Да надуваются. Ты заметил? Как те рыбы. Как их... Как же они называются? А тут нет никого, кто говорит на всеобщем.
Есть с ними наемник, похожий на айдирца. Это он меня нанял, чтобы я показал им каналы. Да еще я слышал, как их главный, чародей, на нем разговаривал. Только вряд ли они станут с тобой болтать. Ладно, хватит языком молоть. Ты лучше вздремни немного. У нас впереди долгий путь. Мне спать не хочется. Зато очень хочется, чтобы здесь был кто-то, с кем можно договориться. Приветствую, Геральт. Помнишь меня? Да не очень. Я Гюнтер Один, или же господин Зеркало. Мы с тобой встречались в Белом Саду. Я помог тебе найти Йеннифер. А теперь вот снова встретились. И похоже, тебе снова нужна моя помощь. Я слышал, тебе грозит петля. Если только ты не умрешь раньше от здешней кормежки. Я еще не пробовал. Выглядит неважно. Так же, как и твои перспективы. Я бы мог попытаться тебя отсюда вытащить. Ты ведь хочешь отсюда выбраться, правда? Хочу. Да только что ты можешь? О, больше, чем ты думаешь. Я помогу тебе, Геральт. Но я должен быть уверен, что ты меня потом отблагодаришь. Ясно. Ничего не бывает даром. Ничего. В конце концов, я ведь купец. Ну как, хочешь, чтобы я тебе помог? Хочу. По рукам. Когда все кончится, ищи меня в полночь на распутье под Ивами, в деревне Янтры. Дай-ка я тебе кое-что оставлю, чтобы ты обо мне не забыл. Черт, что это? Это знак, что мы теперь союзники. Да, ни с кем. Никогда не любил плавать. Чёртова качка, а у меня морская болезнь. Эх, вот можно было бы так проспать весь рейс. Я на шторм не подписывался. Теперь мое жалование возрастает. Помоги нам добраться до Афира, и король щедро тебя вознаградит. Что с узником? Мы должны доставить его королю, и клянусь честью, что так оно и будет. А мы не можем просто привезти его голову вашему королю. Одного второго. Тот утонул, и мы ничего не могли сделать. А этого мы доставим живым. Кроме того, я хочу посмотреть казнь, которую король ему приготовил. Какую казнь? За убийство наследника престола полагается искупать в смоле, содрать кожу и четвертовать.
что, драться расхотел? Пошла.
Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Работу надобно найти хоть какую. Щедро дарит и серебром, и златом. Я знал, что ты придешь. Ты ясновидящий? Дело не в том, кто я. Я помог тебе бежать. Раньше с моей помощью ты нашел Йеннифер. Теперь ты чувствуешь, что меня надо отблагодарить. Еще твой знак прекрасно мне об этом напоминает. Для того он и служит. Знаешь, это весьма занятно. Даже самые отпетые негодяи испытывают странную потребность отдать долг чести. Люди, эльфы, краснолюды, все расы. Ты должен мне это когда-нибудь объяснить. Ну, раз уж ты здесь, расскажи, как у тебя вышло с афирцами. Ты возникаешь ниоткуда, так же таинственно исчезаешь, вызываешь шторм. Кто ты такой? Колдун? Нет, куда там?
Чарами я брезгую. Куда больше этих дешевых фокусов, меня интересуют настоящие людские истории. Одну такую я хочу тебе рассказать. Это история о подлеце с каменным сердцем. О человеке, который не хочет отдавать своих долгов. А с чего ты взял? Что мне это интересно? С того, что он навредил и тебе. Его имя Ольгерд фон Эверик. Не знаю, что у вас с ним за дела, но я против него ничего не имею. Имеешь. Ты просто этого еще не понял. Ведь Ольгерд фон Эверик совершенно осознанно послал тебя убить человека, которого, может быть, еще удалось бы расколдовать. И ты был бы казнен за это, если бы не я. А знаешь, почему он это сделал? Потому что он злобный, бесчестный выродок, который питается страданиями и болью других. Интересно, что же он тебе такого сделал? Я подписал с ним договор. Задействовал свои способности и связи, чтобы дать ему то, чего он пожелал. А теперь он уклоняется от уплаты задолженности. Ты хочешь, чтобы я выбил твой долг? Я не наемный головорез. А мне не нужен головорез. Мне нужен кто-то умный и хитрый. Кто-то, кто не боится испытаний. Кто-то такой, как ты. Это что, лесть? Ну, конечно. В конце концов, я бродячий торговец. Так что могу предложить тебе много интересных вещей. Например? Благодать для тела и души. У тебя всегда будут еда и питье в изобилии. Ты ведьмак. Так что я могу дать тебе лучшее оружие, какое только пожелаешь. Твое тело будет ловким, как никогда. Мысли быстрее молнии. Твоя страсть очарует любую женщину. Но прежде всего, я предлагаю тебе настоящее приключение. Ты испытаешь то, что дано пережить лишь избранным. Щедрый ты. И все это лишь за помощь в одном маленьком дельце? А больше ты ничего от меня не хочешь? Ничего. Только честности. Что же ты сделал для Ольгерда? Тоже вытащил из какой-то клетки? В определенном смысле. Помню я тот день. На дворе моросил дождь. Был пронизывающий холод. Ольгерд заявился сразу после захода солнца. Худой, как старая кляча. В залатанной рубахе. И все, что у него было... Одна сабля на поясе. Жалко было смотреть. Он попросил у меня помощи. Я ему помог. Благодаря мне он стал богат и успешен. Стал тем, кто он сейчас. Теперь же он прогоняет меня, когда я прошу его вернуть долг. А как-то раз даже приказал спустить на меня собак. Хочешь, не хочешь... Приходится ссылаться на условия договора. И тут появляешься ты. Сколько тебе должен, Ольгерд? Люди чести о таких вещах не говорят. Если уж я в это вмешаюсь, то должен знать подробности. Сколько? Миллион? 2 миллиона крон? Я не ростовщик и не даю денег под проценты. Ольгерд должен мне нечто гораздо более ценное, чем пара монет. Большего я сказать не могу. Я уважаю частные интересы клиента. А что ж все твои таланты и связи? Почему ты сам с этим не разберешься? Тут есть нюанс. По контракту, прежде чем я приду за долгом, должны быть исполнены 3 последних желания фон Эверика. Проблема в том, что я не могу быть их исполнителем, а лишь, как бы это назвать, консультантом. То есть тебе нужен мальчик на побегушках? Мне нужен союзник.
Я чувствую, что лучшего, чем ты, мне не найти. Так чего ты от меня ждешь? Сначала мы вместе навестим фон Эверика. А там увидим. Будем импровизировать. И все же я верю, что все кончится хорошо. А после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе. Да, перейдем к делу. Расскажи мне о трех желаниях Ольгерда. Он может попросить исполнить три вещи. А подробности мы узнаем только на месте. Хорошо, идем к Ольгерду. Но я ничего не обещаю. Это все, чего я прошу. Теперь убери этот знак. Разумеется. Как только ты справишься с заданием. Иди, и ты не пожалеешь. Встретимся там. Мне надо кое-что уладить по дороге. Получить какой-нибудь долг? Может быть.